Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни. В России активно идет подготовка визита президента Беларуси Александра Лукашенко. Он приедет в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает интерфакс. Однако, по его словам, это будет не 13 сентября, как ранее писали СМИ. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни мы своевременно вас проинформируем», — сказал Песков. Напомним, президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели. Ранее сообщалось, что Российская Федерация уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь. На это заявление уже отреагировали Польша и Германия, Немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что Путин не будет отправлять российские войска на территорию Беларуси.